Привет, меня зовут Маша Лил Пи, сегодня со мной Ева Маш. Всем привет! И сегодня мы решили устроить челлендж «Дорогие лотерейные билетики против дешевых». У нас есть у всех по 5 тысяч, и сейчас мы пойдем тратить эти 5 тысяч вон туда в лотерею. Ева, ты куда? Стой! А кто будет дорогие покупать, а кто дешевые? Ну, я хочу дорогие. Я тоже хочу, да, как бы дорогие. Давай на свой фат тогда. Ну, давай. Страшно. Камень, ножницы, бумага, суефа. Дорогие мышцы. Зато у меня будет больше шансов, потому что у меня будет больше билетиков, у Евы мало. Но я хотела бы ввести в наш челлендж еще кое-какое правило. Какое? Кто выиграет в лотерее больше денег, тот, собственно, заберет и весь куш. То есть получается, если я заработаю меньше денег, я их все даю тебе? Да, согласна? Ну давай! Мне кажется, после нас здесь вообще билетов не останется. Да, это точно. Зато, возможно, выиграем 2 миллиарда. 2 миллиарда и более! Подумайте, что у Евы больше билетов, чем у меня, но... Блин! У меня 75, а у Евы 24! Вот столько билетов у меня получилось, вот такой... У меня чек, у Евы вот такой. Сейчас поедем домой все это здесь стирать и проверять нашу удачу. Пожелайте нам удачи, пожалуйста, поставьте лайк на это видео, чтобы точно кто-то из нас что-то выиграл. Да. У Евы на канале есть очень прикольное видео с моим участием, оно очень интересное. Поэтому набирай в поиске Ева Маш и подписывайся! Да! У Евы Маш на канале есть видео не только с моим участием, а еще проходит очень крутой конкурс. Так что скорее переходи, подписывайся и участвуй. Мы уже с Евой приехали домой, вот столько билетов получилось, у меня 75 штук, а у меня 24 всего лишь! Всего лишь! А чтобы вам было интереснее смотреть, мы разбили нашу челлендж, что когда мы будем стирать, на 5 раундов. Погнали! Короче, ребят, я буду первой открывать вот эту вот бумажку. И здесь надо, чтобы совпало ваше число поля и игра поля. Ну что, давайте пробовать. А у меня все намного проще, здесь мне просто надо стереть буквы, и если 3 одинаковые картинки совпадет какие-нибудь, то тогда я выиграю что-то. Давайте. У меня 10 миллионов выиграешь, давайте. Пожелайте мне удачи. Ну вот, я ничего не выиграла. Спасибо, соседи, да. Давайте продолжать. У меня 50 рублей выигрыш. И сейчас я буду стирать бонус. Умножится ли он или нет? Давайте стирать. Умножь на 1. Да, умножь на 1. Это сколько? 50 умножить на 1. 50. 50? Да здесь ничего не умножилось. 50 умножить на 1 на 50. Ну ладно. Ничего страшного. Поехали дальше. Я выиграла 50 рублей! 50 Молодец. Рублей! Блин, я не могу уже. У меня уже рука устала это все тереть. Мне совпало это что? У меня все 3 якоря совпали. Это что? 3 якоря. 100 рублей! Ты меня догнала. 100 рублей, а я могла выиграть 100 тысяч рублей. Я выиграла 25 рублей, и бонус у меня на 3 умножается это... математика, 75! А я выиграла 100 рублей, у меня, посмотрите, якори запали, Офигеть, у меня запало 77! Я выиграла 75 рублей! У меня выигрыш 100 рублей! У меня запало 27! Ну что, подводим итоги? Давай, подводим итоги первого раунда. У меня 400. У меня всего 200, но зато, смотрите, какая у меня толстая пачка. А у Евы всего вот такая. Так что, мне кажется, у меня довольно много шансов. Возможно, я и выиграю. Главное, не на карте. Ты не выиграешь.
что, мы опять отобрали на 1000, давайте стирать. Я да, буду... давай, ой. У меня здесь вообще какая-то лихотня, посмотрите, то есть сколько здесь будет написано, столько я и выиграю. То есть это просто чисто на удачу, ну, как и все остальные билетики, то есть просто... Если будет написано 0 рублей, то я выиграла 0 рублей, если там 1000 рублей, то я выиграла 1000 рублей. Вот и все, тут ничего гонять не надо, ничего, чтобы попадать не надо. 50 рублей! Еще 50 рублей я выиграла! Блин! А я пока 0, да? Да. А ты только первым стираешь? Да. Все мячи совпали, 3 мяча совпало. И сколько это, плиз, плиз, пожалуйста, хоть бы... Мне что-то вообще фартит. 100 рублей! Блин. Давайте еще, мне вообще возьмем. Ну, может, я и в этом раунде, может, мне фартанет и мне выпадет. Мне здесь тысяч. Ничего не выиграла. 50 рублей! 50 тысяч накопишь. Я уже, мне кажется, 1000 накопила. Нет, еще так, остались большие, давайте вот такие. 100 рублей опять, почему в таких штуках только 100 рублей попадает? Ну, ладно. Блин, да что? Нифига не фартит. Я выиграла 50 и умножается на 3. Это 150. И в итоге у меня получилось 600, а у тебя, Ев? Блин, 500, мне соточки не хватило. Я выиграла, мне 100 всего лишь не хватило. Да, смотри. У тебя, который был, у меня такой же. Вот у Евы сегодня вот такой вот сейчас вот билетик попался в этом раунде, который у меня был. А у меня новенький вот такой вот с футболом. То есть тут надо стирать мячики, и если где-то попадется такой же мячик, как здесь на картинке нарисован, то значит я выиграю там 50 рублей, 200 рублей, 400 рублей, смотря сколько мячиков будет. Вот. Ну, короче, я начинаю стирать. Я тоже начинаю стирать. У меня 350. Мне тоже 350, давай 5. Давай еще 5. Еще. Больно. Больно, не больно, страшно, не страшно, ура, ебой. Сто рублей в копилку. Блин, я не могу так все стереть. Итог четвертого раунда, Ева, сколько? У меня еще один выигрыш 100 рублей, я не знаю, сколько у тебя в итоге? И тут еще где-то выигрыш. Да, 25. Вот он выигрыш. И умножается на 3, это сколько? Математику. 75. А дальше 175. Вот, получается 75 плюс 100, у тебя 175. А у меня 250. Итак, мы с Евой вскрыли все билеты и готовы подвести итоги. По раундам у нас с Евой ничья. Два раза выиграла я, два раза выиграла Ева. А вот по сумме выигрышей... Барабанная дробь. Выиграли дорогие билеты! Ах-зах-зах! Вот смотрите, сколько у меня не выигрышных. А сколько у Евы не выигрышных. У нее всего один не выигрышный билетик. Ну короче, поехали их менять на деньги. Поехали. Ладно, погнали, все. Итак, мы с Евой обменяли наши выигрышные билетики на деньги. У меня получилось 1675. А у меня 2050. А помнишь про одно правило? Какое? То, что у кого больше денег, тот заберет весь куш. У меня появилась идеальная идея. Какая? Давай деньги разделим напополам и устроим новый челлендж. Давай, погнали! А этот челлендж ты посмотришь у Евы на канале. Ссылочки в описании. Пока-пока! Ставь лайк на это видео, подписывайтесь на наш YouTube канал. Пя!